горячие, да, ханиповые. Да, мужчина говорил, нет, дело не в этом. Откуда вы знаете, где он слышал? Здесь у нас идет... Да ну его, нет, он нам сам сдавал, только мы у него не принимаем, потому что мы через лабораторию, едем, нет, вы его сдавайте. А лаборатория, говорю, допустим, тогда примем. Этого нет. А, извините, брат, купили майский, забрали последний. Как молодец врач, пчел держал. Вот это да, чистейший мед, янтарный, до Нового года. Знаете, свои. Да. Идем и рассуждаем. Меда купили. Купили. Мужчина стоит в магазине, в магазине, где продают мед. И встрял в разговор. Цену себе набивает. Да, говорит. У меня есть рапсовый мед. Хотите, я вам продам. Ну, я никак не стал комментировать. Молча слушаю его монолог, думаю, ну, дальше что? Вот опять, у меня дешевле. Что он сказал? У меня... Литровая банка стоит сначала, говорит, 10 рублей, а потом... Нет, 20. Я так, у вас дороже, здесь по 8 рублей килограмм, на 16 рублей можно 2 килограмма купить, а в литровой банке нет 2 килограмм меда, там может кило 700. Одним словом, продавщица не понравилась, он ушел потом, она говорит, это же надо какой-нибудь мужчина себе интересный, пришел в наш магазин, говорит, и клиентов отбивает. Ну и дело в том, что я такой человек, что я не поддаюсь вот так, не зная куда, что... Ну, еще не хватало. Я пришел в магазин. Здесь мы сколько покупали, отличное качество. Почему я должен идти к какому-то дядьке? Мы уже много лет здесь покупаем. Этот мед, покупать вот это нам девочка-продавец, что... она говорит, это кто вот поставляет этот мед? Они, говорят, все проверяют, ну, в, да, лаборатории на в городе, да, Минске. Говорит, мы просто так и... вот в магазин мед не принимаем. Вот пришли и нам сдали. Давайте бумагу. Ну, естественно, люди свою репутацию не хотят портить, а если уже начали вести добросовестную эту торговлю и политику, то и продолжают. А вот эти вот... Мы один раз без лицензии купили у соседа пол-литровый. Да уж, расхвалил так. Ой, сосед, так. И мед у тебя. Не буду говорить, что какой ты сосед, но мед, извини, говнячий. А цену загнул. А он хлопьями пошел, ложку растворил, ложка меда растворилась и хлопьями сразу растворилась. Мед обычно, хороший, вот попробуйте мед. Ложечку меда опустите очень долго не растворяется в горячую в воду и попробуйте растворить. Он как прилип к ложке и все. А это все, хлопья пошли какие-то мутные. О, думаю. Он и на вкус не поймет, что то ли прокисший, то ли... Вот так и бери. Лучше, если есть возможность купить в проверенном магазине, конечно, лучше купить там. Этот магазин у нас уже очень много лет. Вот, ну, видите, самый дешевый вот мед, по сколько? По 9 рублей, да? 7,99. По 8. По 8. Раскупили. Ну, будем ждать. Говорят, привезут. Когда привезут новую партию. Ну, купили чуть дороже мы. Все, идем домой. Мужики стоят, в люк заглядывают, а на спецовке написано Белтелеком. Я говорю, что, интернет ищите, потеряли? А я, наверное, телефон уронили, вот в колодец, телефон ищет. Вот нам, кстати, в магазине, в медовом магазине, продавщица подсказала, что есть магазин Светофор. Остановка, на Московской. Остановка, да, не знаю, неважно какая остановка. Это пересечение Пионерской и Московской, да? БЭМС, на... знаете завод БЭМС? Ну, там банк. Рассказывай, что. И где была столовая, там плитку раньше продавали. Вот в этом здании, в старом БЭМЗе, на бывшем заводе, есть, оказывается, большой магазин Светофор. А я думала... Напротив, она говорит, да нет, в этом здании, где вот банк, Беларусьбанк. Да, надо будет. И рядом, говорит, Светофор. Съездить. Когда будет скучно, некуда податься. Там, съездить, говорит, туалетная... посмотреть. Умница. Лялька, привет. Ляля. Маркиза, не боишься? А что, Маркиз? Не боишься, Маркизка? Маркизку не боишься? А где Маркиз? Вот, Маркиз. Маркиз.
Где маркиз? Маркиз. А маркиз? Иди, иди, ляльке, привет, скажи. Иди, ляле, привет. Хлеб не ест, я тебе он дала. Хлеб мы не хотим, скажи, кушать. Колбаски дайте. Дайте колбаски. Ляля. 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 Лялька. Кино будет про Лялю. Ты зубатая. Ей 10 лет уже этой ляльке. Да, отмечали, говорят, юбилей. Все, маркиз пошел дальше. Обиделся. Хлеб не хочет. Ну, не надо. Колбаску. Всем добрый день. Захотелось мне приготовить салат, который называют селедка под шубой. Все у меня есть. Купили мы баночку смоленской селедки застольная в светофоре. Мы это все показывали. Сейчас мы попробуем. Там она стоит 4,50. Магазин на набережной зашла. Там она 3,90 стоит. За рынком 5 рублей. В общем, цены на нее разные. 5, 5,50. В общем... Ну, она вроде бы как и ничего должна быть. Видно, что такая красивенькая. Посмотрим. Картошка. Я уже все натерла, чтобы вам не показывать и время зря у вас не отнимать. Свекла, морковка, лук. Девчонки, хочу спросить. У меня вот есть такие три формы, да? Это керамическая такая посуда. Вот интересно, можно в ней запекать? Наверное, можно, потому что даже здесь, смотрите, подставочка из соломки. Вот вытащил из духовки, например, картошку с мясом или курочку и сразу подал на стол. Поставил горячую форму с запеченной картошкой или курицей в эту соломенную подставочку. И красиво, и приятно. В общем, подскажите, если можно, я не запекаю. Думаю, мало ли что, вдруг треснет. Жалко. У меня таких, кстати, три штучки. Вот есть поменьше, средняя, еще большая. Я, знаете, пользуюсь, вот когда праздничный стол, что-нибудь приготовлю, курицу, картошку, там утку, индюшку. Ну, горячие блюда подаю всегда вот в такой форме. В общем, буду ждать ваших советов. Спасибо вам большое за комментарии, за добрые слова, за советы. В общем, за все спасибо. Очень и очень нам приятно читать ваши комментарии. Так, что еще хочу показать? В медовом магазине, где мы мед покупаем, на Гоголе, купили мы печенье. Мы как туда не зайдем, нам все продавец. Ой, попробуйте, вот такие печенья вкусные, вот свеженькие, привезли только. Как они называются, я не помню. Там два вида. Кругленькие, еще такие, ну, как квадратненькие. Она говорит, вот эти вот вкуснее. Они, говорит, чуть-чуть такие подслащенные, слегка не сильные. Говорит, попробуйте. Ну, мы взяли с Сашей вот на 3 рубля. Действительно, ой, какое вкусное печенье. Говорит, оно, это так кажется, что вот в руку возьмешь, оно там твердоватое. Ну, как Марии печенье. Нет, как суховатое. В рот возьмешь, ой, прям тает. Печеньцы купили, Галина Степановна угостили. Саша говорит, если понравится, мы тебе тоже купим. Ну что, будем делать селедку под шубой. Как я ее делаю? Первый слой картошка, потом селедка, лук. Ну, конечно же, все смазывать майонезиком. У меня, наверное, майонеза маловато, поэтому я сейчас сделаю свой майонез. Вот уже яйцо у меня здесь. Должно быть комнатной температуры. Делаю так. Стакан масла. Сейчас вам покажу, какое у меня масло. Масло для майонеза нужно брать рафинированное. Не ароматное, а вот именно такое. Беру граненый стакан масла, одно яйцо, чайную ложечку сахара, пол чайной ложки соли. Конечно же, туда можно добавить лимонный сок, горчички. Я этого добавлять ничего не буду. Может, единственное, что чуть-чуть натру на мелкой терке
замороженную айву буквально пол чайной ложечки. Да и добавлю в этот майонез, и вместо лимона будет замечательно. Ну и все, потом морковь, свекла и весь секрет приготовления этого салата. Саша мой поехал на рынок, я говорю, а что мне делать? Что делать? Работа на кухне, вернее, танцы на кухне. Так что все, сейчас будем собирать селедку под шубой. Я, когда что-нибудь готовлю, я всегда включаю радиопьесу, радиоспектакль, какой-нибудь фильм посмотреть. Старые фильмы, не современные, а мне нравятся старые фильмы. Вот сейчас я, смотрите, что слушаю. Радиоспектакль «Старомодная комедия» Алексей Арбузов. Так интересно, как одна пожилая дама отдыхает в санатории. А дальше ничего не буду говорить. Послушайте, кому интересно. Она так успокаивает, это вот, этот радиоспектакль, он так успокаивает, у меня все прям вот как по маслу идет. Мне так хорошо, спокойно. Дно формы я смазываю, ну, небольшим количеством майонеза. И сейчас будем выкладывать первый слой картошка. Ну что, на картошку пошла селедка, на селедку лучок. И можно еще смазать, если или майонезом, или чуть-чуть, где-то может столовая ложка подсолнечного масла. Лук с селедочкой. Можно подсолнечным маслом вместо майонеза. А там уже будет морковка майонезом, смажем, свекла. Смазываем лук с селедочкой. Майонезиком. Я вот такой лопаточкой. А вообще, девочки, когда я делаю этот салат, селедку под шубой, на праздничный стол, у меня есть видео, как я делаю это блюдо. Это так, на каждый день покушать. Все, селедка под шубой уже даже и украшена. Сейчас она у меня постоит немножко, пропитается, потом я ее в холодильник спрячу. Делайте. Это блюдо, по-моему, любят все. О, какая красивая! Украсила зеленым луком и морковкой. Ярко, просто и красиво. Приятного аппетита!